Ребята, привет, уважаемые подписчики, друзья, гости канала. Жарим картошечку, хлеб твёрденький. Сейчас распаривать, поставить хлебушку. Ну же, готова картошка. Сейчас уложим хлебушку сверху на картошечку. И на медленном огне мы ее распарим. Поджарила картошку, граммочку водички добавила туда уже при конце. Граммочку, одну граммочку, где-то ложки 2-3, не больше. Вот, уложила хлебушек, сейчас распарится хлебушек. Всем приятного аппетита, добрый вечер, доброй ночи, доброго вечера, доброе утро. Приходите к нам на стрим сегодня, на огонек 9 часов до капитошки вечера, 21:00 по Москве. Встретимся.